Так, смотри. Смотри, смотри. Вот, складываем. Градусов. Чем больше, если больше 30 градусов угол, пробивается хард сразу. Делаем 180. Первый способ. Ну, сейчас попробуем просто выйти в норму. Добавляем в этот норму, получается хрень, нужно больше G. Можно как сделать? Выделить все G. Ctrl B, добавить эджики. Вот, все, у тебя есть фаска. Откатываемся немного назад. Сейчас включу эту штуку. Можно не Ctrl B. Выделяем все эджи. Заходим вот сюда. И здесь есть Min Bevel Edge. Делаем там 2, например. Добавляем bevel. Ставим его перед weighted normal. И в limit method ставим weight. И теперь мы можем контролировать фаску либо вот этой крутилкой. Либо в режиме редактирования менять вот здесь вот bevel. Ставим на 2. Либо еще есть способ. Выделяем все G. Ctrl-Shift-B вроде. А, нет. А, чтобы было не деструктивно, можно выделить все G, Ctrl-B, только добавляем еще один эджик посередине. То есть это получается у нас двойной. Вот, два сегмента. Так один, так два. А вот здесь делаем единицу, ставим. То есть он делает угол 90 градусов, но при этом пытается в этот нормал вытянуть фаску. Ну, выглядит хреново, лучше так не делать, лучше все же задействовать процедурный bevel. Вот, если добавляем два сегмента, какой плюс? Можно сделать UV, ну, размапить его. Сначала делаем швы. Ну, так как здесь такая модель, делаем где 90 градусов, там делаем шов. Unwrap. Вот, и теперь смотри, какая тема. Так, N. Overlay. Где-то можно было включить, чтобы видно было, как он в конце будет на UV выглядеть. Как это сделать?
Что-то я не помню, где это было. Ну, короче, в чем прикол? Вот этот Edge. Если у нас два сегмента, то граница UV будет как раз по центральному. То есть один раз размапил, и больше делать ничего не надо. Потом просто применяешь, допустим, применяешь модификатор Bevel, а потом смотришь на UV, и вот у тебя все точно так же, как было, только с фаской. То, что вот здесь остались эти швы, это не обращать на внимание, это можно просто их потом убрать. И убрать потом еще и сайт. Так, все убрал. Вот у тебя готово. Все нормально размаплено по швам и шейдинг с фаской. Вот по поводу шейдинга. Sim. Без weighted normal можно. Вот я его отключил. Какой способ берем? Edit. Это уже нам не нужно. Допустим, режим редактирования. Выбираем плоские части. Жмем Alt-N. И set from faces нормально. Видите? Вот идеальная фаска. Без градиентов на ровных поверхностях. Это кастомный нормально получается.